Мы что, сами открыли путь для империи? У меня странные ощущения. Здесь собирались Зефа. Интересно, зачем? Продолжить раскопки.
Мне нужны редкие артефакты, а не всякий хлам. Этого я не ожидал. Это огромная статуя Зефа. И я подумал, что внутри будут их же вещи. Адаптер? Да, ты прав. Я думаю, что смогу заменить его этим. Давай тебя подлатаем. Ну и как? Хочешь испытать? Эту дверь.
Нашелся нарушитель. Я за тобой слежу. Твоя защита хороша. Дверь не поддается. Результатов так и нет. Интересно, что с нами будет? Перестань беспокоиться. Проблема-то не у нас. Нужно пробраться внутрь. Молодец, Биди. Защита хороша.
Надо заняться ранами. Я в порядке. Пойдем, Биди один. Нужно открыть ее. Не беспокойтесь о пропавшем артефакте. Я займусь этим лично. Знаешь шутки, Биди? Не знаю. А что? Ха, классика. Нужна помощь! Вот и все.
Дверь не поддается. Это было кстати. Я готов к этому. Да, сюда. Еще раз. Стим, сюда. Сэр, я только что убил штурмовика в черно-красной броне, такого же, как на Браке. Штурмовик-охотник. Их цель выслеживать джедаев. На подходе инквизиторы? Возможно, но мы далеко от Браки. Они могут решить, что хватит и штурмовиков-охотников. Или они намеренно тянут время. Будь начеку. Эй, Грис, ты занят? Ну, вообще смотрел. Хотя нет, я не занят. Я никогда не занят. Ну так, тебе что-то нужно? Я стою рядом с двумя разбитыми кораблями. Похоже, ты не единственный пилот, которого потрепало здешним ветром. Постой, постой, ты только сейчас это понял? Ты вообще с нами был? Я лучший из лучших! Ага, хорошо. Я просто хотел сказать спасибо. Не за что, парень. Ну, а это, мне пора. Дела ждут. Так, в общем, пока. Ты как, держишься? Рад слышать. Thank you.
скорее! Разведчик, они следят за нами, беги. Жители деревни поставили памятник в честь клонов Венатор. Видишь, у нас есть и другие заботы помимо Империи. Этот туннель внезапно затопило. Интересно, почему? Пахнет старым маслом. Извини, это я не про тебя. Это все вода. Его погубил обвал. Имперские раскопки делают туннели нестабильными.
Что у тебя, беди один? Посмотрим. Бросай! Спасибо.
Мне нужна помощь! Командира убили световым мечом. Необходима энергия. Ты там в порядке, Беди-1?